И срочная информация от МЧС. В Емельяновском районе произошло ДТП с автобусом. Есть информация о пострадавших. Продолжим. В эти минуты в Красноярске проходят публичные слушания по вопросам застройки острова отдыха и острова Молокова. Специалисты граждан проекта вынесли на обсуждение свою работу. На месте зеленой зоны и площадок для активного отдыха горожан может появиться современный комплекс спортивных сооружений. Наталья Ковальчук с места события. На публичных слушаниях в здании администрации железнодорожного района собралось не так много красноярцев, которым не безразлично, во что превратится привычная глазу зеленая зона в самом центре города. И можно точно сказать, что это преимущественно люди, имеющие собственные интересы на рассматриваемой территории. Даже они уверяют, что о публичных слушаниях узнали совершенно случайно, и что простых красноярцев тут быть просто не может. Та информация, которая должна была бы донестись до жителей города, да, то есть она была не освещена ни в СМИ, да, ни в газетах, ни на сайтах. Вот. Проект, который разработали специалисты, таков. На острове отдыха они разместили корпуса училища Олимпийского резерва, физкультурно-спортивный центр, социально-реабилитационный центр, водный стадион в акватории Абаканской протоки, парковую зону. Еще один комплекс сооружений спортивно-рекреационного назначения проектировщики разместили на острове Молокова. Центр туризма, отдыха и водомоторных видов спорта, яхт-клуб, вертолетную площадку, морскую школу. Проектом учитывается также строительство школы для жителей Пашиного и мосты для них же и микрорайона Южный берег. Есть проект на то, чтобы было как можно больше зеленых насаждений сохранилось на острове. И сохранилось, и как бы приумножилось, потому что там планируется, значит, разбить несколько парков, тех, которые даже сейчас не существуют. Последние годы я наблюдаю, страшно загаживают, другого слова не подберешь, мусору, потому что нет никаких условий, ни баков, ничего там нет, ни дорог. Сегодняшним мероприятием публичные слушания не заканчиваются. Высказать свое мнение можно еще до 6 февраля. Лучше всего это сделать по адресу железнодорожников 15. Здесь находится единое окно департамента градостроительства. Наталья Ковальчук, Андрей Магомедов, Вести Красноярск.